Беркут, я 23-й. Говори, блядь! От меня слева, получается, как мы заехали, получается, справа. Алло? Да, блядь! Машина проехала, не увидели там машины или техника, и два человека срочно, по гражданке. Да валите всех нахуй там, ебаный в рот, блядь! Я понял. Тут чего вся деревня в гражданке. Твоей, блядь? Едет гражданская нахуй, расход, блядь! Понял, нет? Да, понял. Свою, блядь. Скажи, пожалуйста, ты же уехал без цепочек. Цепочки, которые на тебе, это все солдат? Да, это где-то, где я нашел, где-то снял. Нас машину взорвали, короче. Сейчас без, ну, без машины, без боевой. Ты жив, все нормально, ничего не ранено? Там вот рядом, которые с нами были, пацаны, там у них есть 300-е. Ну, 300-е, это которые ранения, там, ноги, руки. Я так смотрю, вот эта война так много покалечила людей, не сколько убитых, сколько без рук, без ног. Вот смотришь по телевизору, смотришь по интернету, елки-палки. В основном руки-ноги. Это осколочные, да, вот такие вот? Да. У нас вчера вот с нами там маленькие осколки прилетали, мы успели. Тут если убивают, нам, я вот видел наших, что вот командира роты, замкомандира, просто прилетела вместо семерного, вокруг нахуй, просто попала, она разорвала. И загрузили просто в пакет, мы везли. Ну что, прям там уже все. Мы вот сейчас стоим в обороне, потому что нас народу мало, что какие наступления. Они ходят на наступления. Ну вроде там наши тоже впереди чуть-чуть, которые нас отбивают, атаки вроде держатся. Конца и края этой войны не будет, это точно. Да, это вроде говорят, если зимы не угомонятся, то это будет пиздец. Уже все жители, кто местные остались, у них ни газа, да ни еды, ни. Ну мало того, местные. А сколько наших потом еще, сколько будете, сколько таких молодых парней, как вы, будете помирать? За что? За то, что просто границы оборонять, то, что в нашу Россию не полезли? Да тут все равно и так тоже много кто приходит, кто первый бой видит, там какой-нибудь много отказников, как бы есть, ну, возможность отказаться, потому что, как бы, ну, вроде как бы и контрактники, и добровольцы, но есть, как бы, возможность отказаться, чтобы, ну, типа, чтобы куда-то перейти на помягче режим. Потому что как бы много кто увидит это, на самом деле, то есть понимаешь, что это ни хуй не шутки, точно как бы. Телевизор не смотрит новости, лишний раз не расстраивается, не знает, что там творится. Там много потерь, как бы вам там по телевизору не расскажут, правда. Естественно, не покажут. Ну, кому это надо, блядь, народ начнет бастовать тогда. Там слышал недавно, хуйня это была. Вот, короче, наш разведбат за главе с комбатом, короче, 55-ку там разъебали. Короче, там тувинец напился, нахуй, по этому Аглию хуярить начал с автомата, тут батальон к бою отправил, нахуй, они на бэтере приехали, нахуй, там, троих за 300-ли, нахуй, или сколько там человек, остальных всех на колени поставили, нахуй, сказал, извиняйтесь, пи***, пока вас не расхуярили, короче. Ну, вот такая вот хуйня, и, короче, это, и этого долбоя, который стрелял в тувинец, вроде там лет 15 хотят закрыть.